Всем привет! Привет, ребята! Это Валерия, добро пожаловать на канал. Закончился февраль месяц, и пора подвести итоги. Это был самый короткий месяц, видимо, поэтому и не самый продуктивный. У меня получилось в этом месяце 17 раскрасок задействовать и 35 иллюстраций. Но, к сожалению, не было времени сделать ни одного хорошего разворота, например, у Ханны или у Керби. В основном все эти раскрасочки такие отдыхалочки, легкие, маленькие иллюстрации. Но все равно количеством я довольна. И очень интересная тенденция. С каждым месяцем я задействую все больше и больше раскрасок. В этом месяце я задействовала 17 раскрасок в феврале. В январе у нас с вами было 15. В декабре 13, и в ноябре мы затрагивали 11. С каждым месяцем все больше и больше раскрасочек мы берем на то, чтобы красить там иллюстрации. Тенденция хорошая, и надеюсь, что к следующему месяцу она тоже будет улучшаться и увеличиваться. Ну а теперь давайте посмотрим, что же я задействовала из 17 раскрасок и что за 35 иллюстраций у меня получились. Ну, начнем, наверное, с маленького. Это Почкин. Здесь я раскрасила 5 иллюстраций, такие малышки. Я их показывала в начинании, но все равно давайте посмотрим их еще раз. Это бургер, чашечка кофе, это у нас пончик, ананасик и морковка. Все иллюстрации были сделаны за один раз, за один присест, как говорится. Села, вот они все 22 числа. Раскрашены все фломастерами. Фломастеры не протекают. Фломастеры у меня гамма. Вот такие фломастеры гамма. Вот такими я рисую. Хорошие фломастеры, семиотичная палитра и ничего не протекает. Я довольна. Это Василий Почкин. Дальше раскраска номер 2. Ну, продолжим такие же малышки. Это магия черного. Здесь я затронула, если не ошибаюсь. 6 иллюстраций сделала. Вот такая. Тоже рисовала все фломастерами. Змея. Потом у нас вот такие цветы. И вот такие цветы. Раскраска в ужасном качестве. Все разваливается, все рассыпается, отрываются листы. Девочки, посоветуйте, пожалуйста, кто чем ее скрепляет. Как вы выходите из этого положения? Потому что у меня она развалилась буквально через 5 минут использования. Я ее, если честно, даже боюсь дальше брать в руки, потому что думаю, что вообще все листы повылетают поштучно. Хотя купила еще одну такую, и пока не знаю вообще, как к ней прикасаться. Скоро покажу в новинках раскрасок. Вот вторая магия черного, но боюсь прям ее трогать, потому что вообще склейка ужаснейшая. Посоветуйте, пожалуйста, кто чем их скрепляет. Потому что я думаю, что я не одна такая. Так, это была магия черного. Дальше еще такая коротенькая маленькая раскрасочка, легкая отдыхалка. Это мандалы. Здесь у нас с вами одна получилась картиночка. Такое весеннее сочетание цветов. Желтый, оранжевый, зеленый. Что-то захотелось сделать в таком цвете. Хотя это не моя любимая палитра. Я больше люблю голубой, фиолетовый. Ну вот почему-то захотелось так. Здесь у нас тоже было начинание раскраски, и здесь затронули одну мандалу. Дальше. Самая страшная раскраска. Две штучки из этой серии. Я показывала также их. Да, они у нас принимали участие в челлендже в начинании новых раскрасочек. Мы сделали с вами по две иллюстрации тут и тут. Так, здесь вот такой разворотик с бургером. Люблю красить еду, но тут такая еда своеобразная. Вот здесь у нас в кошмарах вот такой разворот. И в пиратах здесь получилось две иллюстрации. Черепок такой, пиратик с перышками. И старец мудрый. Все красила акварелью полностью и в этой раскраске. Дальше раскраски из серии «Страшно красивые раскраски». Это мификторикум и славяникум. Славяникум мы с вами красим, и в этом месяце я сделала две иллюстрации. Это Алеша Попович, вот такой на коне. И рот. Тоже все акварелью и обводка белой гелевой ручкой. И здесь, и здесь. Мы с вами постепенно движемся к завершению этой раскрасочки. У меня уже здесь осталось, по-моему, 10 иллюстраций. Так что я думаю, либо в следующем месяце, либо через один, но мы с вами ее уже раскрасим. Очень хорошая, мне нравится такая отдыхалка.
Люблю здесь рисовать акварелью, ничего не протекает. Чуть-чуть ведет бумагу, но это мелочь. Такие иллюстрации мне здесь очень нравятся, поэтому думаю, скоро мы с вами ее закончим. Это славяникум, и мы начали в этом месяце мификторикум. Здесь одна работа. Вот такой рогатый заяц. Тоже сделано все акварелью. Дальше одна из моих любимых раскрасочек. Любимая, но почему-то редко ее крашу. Это раскрашиваем мир Гарри Поттера. Люблю Гарри, люблю его вселенную, люблю Поттериану. Вот здесь раскрасила в этом месяце вот такую картинку на челлендж Ольги Рани. Это был челлендж по теме конверт. Мы раскрашивали в начале месяца вот такую иллюстрацию. Тоже все акварелью и золотой акрил. Должен чуть-чуть поблескивать там. У меня в этой раскрасочке одна иллюстрация и полумна, которую мы с вами рисовали в ноябре. Очень она мне нравится, но почему-то я крашу здесь по одной иллюстрации раз в несколько месяцев. Думаю, в следующем месяце ее нужно прям хотя бы 2-3 иллюстрации покрасить здесь. Это был мир Гарри Поттера. Дальше. Мир, который обнимает. Здесь сделали иллюстрацию также на начинание раскраски. Вот такую вот шарлотку, яблоки, подсолнухи. Весенняя или даже летняя картинка у нас с вами получилась. Тоже рисовала всю акварелью. Бумагу, конечно, повело. Хотя стараюсь поменьше лить воды. Ну, посмотрю в следующем месяце. Буду рисовать другую. Постараюсь вообще практически без воды. Посмотрим, как поведет себя бумага. Это прям мне не понравилось. Сильная такая вот мятость. Может, разглажу потом. Здесь одна иллюстрация. Дальше любимые сказки. Здесь мы с вами раскрасили две картиночки. И это вот такие любимые игрушки. И это же иллюстрация, только с маленьким принцем. Это же самая лошадка. Дальше у нас с вами затронуты две раскраски от Лулу Майя. Это миллион магических существ и миллион ковальных созданий. В миллионе магических существ мы сделали с вами вот такую картинку. Также она была на челлендж по теме конверт. Полностью все акварель, заливка, черная гуашь. И миллион ковальных созданий. Здесь две работы. Вот такие вот мороженки. Все акварелью и белая гелевая ручка. А, и серебряная ручка на вот здесь вот ободке. И получилась еще вот такая малышка. Тоже все акварель и белая гелевая ручка на ободке. Эти две раскраски. Дальше черно-белая магия. Эту раскраску я очень ждала, хотела ее себе купить. Она мне понравилась по обзору. Нравится вот такая тема с картами. Большой черный жирный контур. Вот я ее ждала к себе, купила. И, если честно, очень ей разочарована, потому что бумага здесь не черная, а серая какая-то. Прям черный выгоревший, как будто на него не хватило краски. Есть просто серая, есть серая с проплешинами, прям видно где. Не знаю, найду я, не найду. Черный цвет прям дырками такими. Ну, сейчас не найду, но, по-моему, показывала вам в обзоре. Поэтому качество, конечно, оставляет желать лучшего. И сочетание цветов тоже очень спорное. Я, если честно, когда увидела эту картинку, лягушку с грибочками, она мне понравилась больше всего из этой раскраски. Но то, как сочетаются здесь автором цвета, для меня вызывает не то что изумление, а прям удивление высшей степени. Как это можно было насочетать? Что-то такое яркое, кислотное и немножко неподходящее друг к другу. Но что имеем, то имеем, как говорится. Вот что есть, то есть. Вот такая иллюстрация. Дальше здесь мы сделали вот такую змею и котика. Остальные не буду показывать, потому что они все недоделаны, они кусками и пойдут уже в март. Так что полных иллюстраций здесь три. Далее у нас раскраска в царстве снов и фантазий. Тоже раскраска 2015-16 года. Наконец-то я ее начала. Она у меня лежала лет 5, наверное, точно на полке, а может и больше. Вот, и в этом месяце мы с вами сделали вот такую вот картинку, такие вот узоры. Раскрашивала я этими фломастерами. Бумага очень толстая, плотная, и она их практически съедает. Я
по одной линии проводила раз за три, наверное, чтобы цвет оставался, потому что просто он в бумагу уходит и остаются бледные-бледные разводы. Это большой черный жирный контур, который даже ни в каком месте не пропечатался. Так что бумага обалденная и подходит абсолютно для всех материалов. Единственное то, что фломастер она съедает. И теперь смотришь, они как будто все в полоску такие светлые-светлые. Хотя по факту этот темно-зеленый, он прям яркий. Он темный-темный в других раскрасках. А здесь он такой, среднего цвета. Но начинание произошло, и будем думать дальше, как рисовать в этой раскраске, чем рисовать. Может быть, акварелью заливать и прорабатывать уже тогда сверху чем-нибудь. Не знаю, подумаю, но одна иллюстрация готова. Осталось три раскраски из серии «Творческий рай». Это «Сказочные витражи», «Волшебство природы» и «Алиса». Ну, начнем с «Алисы». Она у нас красится каждый месяц. В этом месяце у нас с вами получилось три иллюстрации. Вот такая Алиска с кроликом. Тоже в этой раскраске я крашу полностью все акварелью. Единственное, еще и белая гелевая ручка на обводку. Картинка тоже выполнена вся-вся акварелью. У меня акварель студия от Гаммы и обычная детская. Вот такими красками я рисую, вот такими вот акварельками заполняю эти иллюстрации. Так что здесь у нас одна картинка. Дальше смотрим. Вот такие лягушки также были выполнены на челлендж по конверту. Тоже все акварелью. И третья. Вот такой белый кролик. Здесь сделала клетчатый фон. А, его еще обвела серебряной гелевой ручкой, чтобы чуть-чуть поблескивал. Типа плитки сзади. В этой раскрасочке три иллюстрации. А в этих по одной. Это было у нас начинание и природы, и сказочных витражей. Здесь мы сделали вот такую иллюстрацию. Тоже полностью все акварелью. Фон черная гуашь. И волшебство природы. Рисовали буквально в последнем видео. Оставлю ссылочку в описании. Посмотрите, потому что рисовала я акварелью Пинакс. Рисовала вот такой вот акварелью. Здесь цветов, конечно, мало. Мы с вами тестировали эту акварельку. Вот такая вот здесь палитра. И для картинки этой с обложки цветов, конечно, было маловато. Ни фиолетового, ни розового, ни серого, ни зеленого, ни коричневого. Поэтому это был такой челлендж по смешиванию цветов. Как из этой палитры сделать вот такую картинку. Но я считаю, что у нас с вами получилось. И вот такое начинание раскраски состоялось. И это была последняя 35-я иллюстрация на сегодня. Спасибо всем большое за просмотр. Спасибо, что были со мной. Вот такие итоги месяца, короткого февральского месяца у меня получились. Конечно, не все сделала, что задумала. Но все равно считаю, что несмотря на самый короткий месяц, успели мы с вами много. Поэтому, надеюсь, следующее видео будет более продуктивным и информативным. Я имею в виду март месяц. А сейчас всем большое спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. И следующее видео будет уже очень скоро. Пока!